во-первых, нет в ассортименте, ну, и во-вторых, это же наркотик. Просто дойдите до своего руководства данную информацию. После вчерашнего Совета Безопасности под председательством губернатора по поручению главы Юрьевича Полякова создана мобильная группа, которая вышла в рейд, уже принят закон на территории края, поэтому будем работать и по штрафным санкциям по этому направлению.